За цыплятами в порядке живой очереди. К администрации села Устьевановка люди стали подъезжать к 9 утра. Еще за 2 часа до выдачи пернатых. Да, кто записался, туда подходит. 30 цыплят бройлеров и 5 курни-сушек на человека. Эту норму определили в областном Минсельхозе. Поддержать затопленные в прошлом году амурские подворья чиновники решили птицей. У нас первый раз будет это хозяйство. Но раз такая возможность дается, бесплатно тем более, чего бы не взять их и не попробовать. Обязательным критерием должно быть то, что данное личное подсобное хозяйство должно было пострадать от наводнения. На Благовещенский район было выделено порядка 35 тысяч бройлеров, цыплят бройлеров и более 6 тысяч курни-сушек. В Благовещенском районе от паводка пострадало 7 тысяч человек. Затопленными оказались 1500 дворов. Пернатую помощь уже оценили супруги Колобай. В этой семье одних только внуков 8 человек. Все, в сараях вода, куры потонули. У меня из 80 штук осталось 15 штук курей. И все, остальные потонули. Не успел их эвакуировать. В Устьевановку и Владимировку птиц доставили в 2 этапа. Взрослых куриц раздали неделю назад. Их амурское правительство закупило у Никольской птицефабрики Белогорского района. А суточных цыплят у предприятия «Амурский бройлер». Надо 3 дня хранить в тепле, их давать комбикорм для цыплят. А потом уже приходить на обычный корм. Есть люди, которые действительно держали и умеют держать, а некоторые вообще сталкиваются, что одним словом, как с вилами на паровоз бросаться, не знают и берут. Отдел сельского хозяйства помогает, если люди звонят, они все объясняют. Звонят они на птицефабрику, там тоже женщина молодцы, все объясняют. Памятки нам дали, мы размножили. Домашнюю птицу развезли и в другие села Благовещенского района – Марково, Натальино, Новопетровку и Градеково. Вообще же цыплят бройлеров получили в 9 пострадавших районах Приамурья. Сейчас туда довозят курни-сушек. На покупку домашней птицы для личных подсобных хозяйств из областной казны выделили почти 9,5 миллионов рублей. А по осени, вопреки пословице, в селах будут считать телят – одно животное на семью. Амурчане-потопленцы уже подают заявки. Наталья Погодаева, Иван Миначев, Альфа-Новости.